Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. В этом видео я расскажу вам о самых известных и действенных приметах, связанных с деньгами. На помощь приходят различные приметы, которые помогут определить, почему утекают ваши деньги и что делать, чтобы их сохранить и приумножить. Эти знания смогут существенно улучшить ваше финансовое положение и помочь обрести долгожданный достаток. Для нашего энергообмена со Вселенной пишем ниже в комментариях. Я полна энергии, здоровья и сил. Мир щедрый и добр ко мне. Перевернутые тапочки. По народной примете, если тапочки перевернуты под кроватью или где-то в помещении, это может приносить бедность и неудачу. Нежелательно оставлять деньги на столе, поскольку существует поверье, что они могут быть потеряны или украдены. Нельзя деньги хранить вместе со старыми вещами. Деньги можно хранить только в специальной коробке, иначе к финансовым потерям. Иногда у нас под рукой оказывается обычная салфетка или полотенце из бумаги, и мы решаем использовать их для протирки поверхности стола. Однако немногие знают, что такое поведение может привести к проблемам с деньгами. Поэтому хозяйкам всегда рекомендуется убирать рабочую поверхность с помощью тряпочки, чтобы проявить уважение к столу, который является главным предметом в доме. А вытирать стол бумажными полотенцами – к безденежью. Дырки на одежде – к большим финансовым проблемам. Нужно избавляться от старых поломанных вещей, которые якобы притягивают безденежье. Считается, что выносить мусор в вечернее время приносит бедность. Не рекомендуется убирать крошки со стола после гостей. Лучше вынести скатерть на улицу и вытряхнуть, чтобы обеспечить достаток. Нежелательно сидеть на столе или позволять это детям, чтобы обеспечить финансовое благополучие. Одинокие засохшие растения могут предвещать материальные трудности. Пустые бутылки и банки в доме сулят бедность. Их надо заполнить или выбросить. Трещины на стеклах предвещают потерю достатка. Вещи, привлекающие безденежие. Есть вещи, которые мешают обрести финансовое благополучие, избавьтесь от них немедленно. Старые вещи и мусор. Важно поддерживать порядок в доме. Любая лишняя вещь может занимать место и создавать негативную атмосферу. Если ваш дом заполнен мусором, стоит уделить время на его полную уборку. Все предметы, которые препятствуют свободному использованию пространства, следует удалить. Ненужные газеты, старая одежда, бытовые предметы и сломанная техника должны быть утилизированы. Каждый неиспользуемый предмет накапливает отрицательную энергию, поэтому лучше окружаться только полезными вещами. Не допускайте перенасыщения пространства большим количеством статуэток и прекратите собирать макулатуру, бутылки и разбитую посуду. Посуда и зеркала со сколами и трещинами считаются источником бедности и привлекают неблагоприятные события. Если вы пользуетесь разбитой любимой чашкой, не стоит ожидать улучшения финансового положения. Любые видимые трещины служат порталом для проникновения негативной энергии в вашу жизнь, что может привести к утечке финансовых ресурсов, подобно воде, стекающей из пальцев. В прошлом наши предки использовали веники для привлечения благополучия и защиты от негатива. Будьте внимательны и заменяйте веники на новые, если они станут непригодными или приобретут непрезентабельный вид. Таким образом вы избавитесь от еще одной потенциальной причины неудач в жизни. Несмотря на то, что это может показаться парадоксальным, деньги также могут притягивать бедность в дом. Важно помнить, что деньги должны быть активны и постоянно обновлять свою энергию. Если у вас есть копилка, в которой много мелких монет, но вы никогда их не используете, то эти деньги не принесут вам счастья. Порванные и грязные купюры не будут способствовать финансовому благополучию. Проверьте свои запасы продуктов. Избегайте хранения старой крупы и забытых продуктов, которые никогда не будете использовать. Эти предметы продолжают пылиться и накапливать негативную энергию. Не складывайте в доме продукты с истекшим сроком годности, так как они не пригодятся. Также избегайте декоративных элементов, таких как сухие цветы, которые несут мертвую энергетику. Они собирают пыль и долго пребывают в вашем доме, не принося никакой позитивной энергии. То же самое относится к частям животных, таким как рога, чучела и шкуры. Если у вас есть трофеи охоты,
Стоит создать отдельное помещение, где мертвая энергетика не будет воздействовать на живую. Избавьтесь от таких предметов, иначе финансы в вашей жизни могут сократиться. Если родители детям деньги дарят, то у детей не будет личная жизнь складываться. Нельзя хранить мелочь в прихожей. Деньги на пороге дома не впускают счастье. Нельзя деньги в карманах носить, разлетятся по ветру. Если кому-то отказал в деньгах, то потом любому человеку надо дать хотя бы рубль, иначе беды не миновать. Понравилось? А ведь новые выпуски гораздо удобнее отслеживать в Телеграм. Подпишитесь по ссылке в описании.